Дни открытых дверей в сущинском ОМОНе – дело обычное. Здесь регулярно проводят уроки мужества для местных школьников и воспитанников патриотических клубов. Сегодня же бойцы ОМОН провели лекцию. Слушателями оказались коллеги. Посмотреть на оружие и технику, стоящую на вооружении Главного управления Росгвардии края, пришли следователи со своими семьями. Живой интерес у детей вызвал БТР с «Тигром». Ребята не упустили возможности посидеть в бронетранспортере. А вот взрослых больше заинтересовала теоретическая часть экскурсии. Здесь специалисты следственных отделов в Сочи узнали подробности о некоторых образцах боеприпасов, взрывных устройств, нюансы модернизированных автоматов и пистолетов. Если для подрастающего поколения такие встречи носят воспитательный характер, то для дознавателей это своеобразный обмен опытом с коллегами. Это полезно также и в расследовании уголовных дел, потому что неоднократно бывают, когда следователю необходимы специальные познания для того, чтобы раскрыть то или иное преступление или разобраться в том или ином происшествии. Более того, общение с такими силовыми подразделениями может полезно сказаться и в розыске преступников. ОМОН подобным образом взаимодействует и с другими подразделениями системы МВД, со многими из которых бойцы несут службу плечом к плечу. Такое взаимодействие, как принято говорить у правоохранителей, здесь взяли на вооружение. Мы являемся силовой составляющей любой операции, происходящей здесь. Следственный комитет – это уже финальная часть нашей работы. Мы не закрытое подразделение, мы публичное, даем информацию о спецтехнике, которая находится у нас на вооружении, на которой мы непосредственно работаем, выполняем боевые задачи.